Вон до туда нам предстоит пройти сегодня. Ну, за часик доковыляем. Ранний ближний свет, да? Ну, хоть погода налаживается. Тут тучи страшные, думал, дождь будет. Но там над морем уже небо ясное, поэтому вечером дождя не ожидается. Я на всякий случай зонтик взял даже. Итак, сегодня первый день лета. И первый же, да, вроде первый выход на море. Наш собака. Что-то весной мы так и не выбрались, по-моему, ни разу, да? Насколько я помню. И зимой не ходили. Но зато сегодня я взял и мордушку, и спиннинг, и другие удочки. Сегодня что-нибудь да поймаем. Купаться, наверное, не полезу, холодно еще. О, уже ландыши полезли. Ландыши, а папоротник буквально на той неделе уже отошел. Хотя в некоторых районах Приморья папоротник еще собирают. Еще собирают. На этой сопке, кстати, тоже рос папоротничек. Я собирал в этом сезоне. О, еще одно место рыбное папоротниковое нашел. Между первым и вторым бродом. Ну, блин, все равно далековато тащиться сюда пешком. Вон рабочий папоротник. Вон две штуки. Если на обратном пути тут пойду, вполне может килограмм другой насобирать еще хорошего папоротника. Он еще не распустившийся тут поздний. Но уже через неделю и тут распустится весь полностью. Короче, папоротник надо собирать с 10 мая по начало лета. Вот так примерно, короче. В этом году, в общем-то. А мы идем и слушаем книжку про Ганнибала Лектора. Помогает время коротать. Ганнибал Восхождение. По нему фильм сделали. Это четвертая книга из серии про доктора Лектора Ганнибала Каннибала. Прикольная книжка, кстати. Сейчас покажу папоротник орляк, который собирают тут для еды. Вот еще даже хороший остался, не распустившийся. Вот такие еще можно собирать. Примерно так обламываешь. Если хорошо ломается, значит вполне. Я уже, в принципе, набрал, потому собирать не буду. А вот это уже распустившиеся варианты его же. Вот это. Вот такой распускается, это уже такой не собирают. Он уже практически несъедобный. Ну, тут еще попадается, смотрю. Да не, уже не попадается. Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, еще где есть. Блин, его тут до хера было, блин. Я наверху там собирал, там мало совершенно. Если бы сюда спустился вниз, тут его было порядочно, да. Вот он. Это все, вот этот папоротник-орляк распустился.
Нифига себе. Вот еще нормальный. Такой еще вполне годится, не распущенный. Как улитка такой. Да, так что вот грибное место, блядь. Красота! Ляпота! Жалко, что в этой речке рыбы нету. Чтобы порыбачили. Она тут почти рядом в море впадает практически. Но до сюда рыба не доходит. Там, блин, через пионерский лагерь протекает. Вообще, вначале там рыбка есть маленькая. Даже пеструшка иногда заходит. Ты пищишь? Что ты пищишь, чудище? Ну что, не прошло и полгода. Мы добрались до моря. Вон девчонки какие симпотные, собака бегит. Иди вон, познакомься с собачкой, вон иди. Так, ну что, тут вода грязная возле берега. Пойдем мы вон туда, на левый берег. На правом волны, на левом вроде тишина. Вот любительница купаться, собака, да? И чё, как водичка? Да ёбаный бабай, блин. Ой. В море будешь нырять? Где ты там, блин? Блять, молодец. Чё ты, давай с головкой ныряй. С головкой. Иди сюда. Лайки, иди сюда. Иди сюда. Эй, ты моя красавица. Сейчас будем нырять с головкой, да? И вот это ты ныряешь, красавица! О, слушай, водичка-то... А, блядь, холодная вода! Я, наверное, не полезу в воду. Это 1 июня, начало лета. Купальный сезон еще не скоро, через месяц только конкретный. Ну, в принципе, уже можно заныривать. Кто моржевать любит.
Да что такое, слышь ты? Что ты делаешь? Грязнючка. Посмотрим, ежики тут водятся. Нам сегодня ежей надо наловить еще. Тут их, наверное, и не особо-то и много. Ну, в принципе, вода нормальная, если так ногами ходить, если. О, есть ежики. Вон, видите, ежик уже я вижу. Вон он. Я подводную бокс не взял для камеры. Под водой снимать не могу. Только вот так сверху. О, ракушки есть. О, сегодня рыбалка, короче, будет. Пошли туда. Там у нас сейчас рыбы наловим. Главное отметить это дело правильно. Вот, дядя Федор, дождик будет. В городе, может, и будет. А когда Хулио пришел на море, сразу солнышко, красота, жарище. Хотя, честно говоря, прохладно, от моря так прохладой веет, что особо не позагораешь. Сейчас после обеда, сейчас время еще около 11, ну, может, 12. После обеда жарить начнет конкретно, можно будет и позагорать. Ой, блядь. Красота! Тут вода намного чище, чем возле берега. Здесь всякое говно не впадает в синее море. Ну чё, хреново? Тогда то, что я забыл себе удочку в лесу, пока были, вырулить. Вот чудище бесстрашное. Любительница покупаться, дорвалась до моря. Так что придется где-то палку для удочки здесь искать. У меня спиннинг есть еще небольшой, но спиннинг это фигня. Я им не умею пользоваться. Рыбаки, вон что-то много сегодня лодок. Что-то ловят там. Красноперку, небось. Так, у меня батарейка сажается. Надо заряжать, короче. Блин, хреновенько. Тут волны тоже с этой стороны. Не дадут нам спокойно порыбачить. Придется изъебнуться как-то, чтобы рыбку поймать. Вот тут вот я собирался. Вот в этой ямке подербанить линков. А с этих скал можно спиннинг позабрасывать. Если я сумею его хоть раз забросить. Я его еще ни разу не забрасывал. Так, где бы нам сесть-присесть? А вон на том камушке. Нормальный плоский камушек. До туда вода не добивает. Рядом с рыбным местом, да? Пойдем там лагерь сделаем. Да, волнение волнительное. И что-то куда-то вот из этой ямки вся трава подевалась. В прошлом году тут травы было полно. А сейчас за зиму она, наверное, усохла. Наверное, к августу новая вырастет. Ну, а мы тут
собакой приняли по 100 грамм. Нашей супер водки, вот наши снасти браконьерские, все на месте. Я уже понырял за ежиками. Вот, наловил уже ежей. Страшные королевские черные ежи. Все туристы знают, что ночью на пляже Приморья спать не рекомендуется, потому что эти ежи по ночам выползают на берег и начинают колоть спящих туристов своими ядовитыми иглами. Он Лаки-то знает. Эта дура пьет воду из моря, блин. Хотя почему дура? У нее, может, тоже изжога. Говорят, кстати, говорят, что морская вода — это та же сода, щелочь. Если у вас изжога, попили морской воды, и все пройдет. Ну, это не говорят, это я сам придумал. Сейчас вот изжога начнется, попробую, сработает, не сработает. У меня изжога постоянно, блядь. Так, все, короче. Сейчас будем мордушку набивать ежами и запускать ее. И запускать ее. Вот ты собака-водолаз. В дело будем ее запускать, короче. Так, вот сейчас будем это самое. Вот эту фигню на спиннинг насадю. У меня, правда, блесна есть еще, специально французская. Но я, честно говоря, в спиннинговом деле, в спиннингах вообще 2 по 5 лошара Микантара. Ни черта не соображаю. Вот на помойке нашел какой-то спиннинг. Реально нашел на помойке. На работе были. Там кто-то выкинул. Он рабочий вроде. Блять, что-то он тут маленько запутался. Короче, я приделал к нему вот такую фигню. 4 крючка, короче. То есть вот такая фигня с грузилком. 4 крючка. Сейчас прицеплю сюда ракушечек и вон туда закину в синее море. Если смогу, конечно. Не знаю еще, как закидывать, блин. Надо же потренироваться сперва было. Вот. И посмотрим, может, что-нибудь поймается, может, что-нибудь. Вот. Сейчас, короче, пробный закидонус. Собака, давай тебя поймаем. Вот. Каких-то соплей там ракушечных на крючки насадил, короче. Сейчас попробую что-нибудь закинуть. Может, что-нибудь получится. Вон с того камушка. Все. Запомните меня таким вот рыбаком героическим. Ну, в таком стиле примерно, короче. Пошли закидывать. Что-то я там намотал лески какой-то на какую-то катушку. Правильно, неправильно, в какую сторону она мотаться должна, хрен его знает. На что там нажимать, тоже особо не знаю. Но я как-то видел по телевизору, как закидывают спиннинги. Ну, сейчас что-нибудь попробуем. Так. Так. Эту фигню покрутить, наверное, не? О, что-то крутится. Так. О, вроде идет. Так. Так, размахиваемся. И... Вау! О, нихера себе! А где она? А куда улетела? Алло! В море попал хоть? Я что-то не вижу, куда я попал. Надо выматывать быстрее. Так, короче, как обратно мотать? Так, сейчас. Сейчас она на дне... А, стой, сука! Во. О, вроде что-то мотает. Мотает. Опа, рыба! Рыба поймалась! О, слушай, я в море попал, нифига себе, с первого раза. Не, что-то с первого раза рыба не попалась. Не, ну смотри, как у меня получилось закинуть даже.
первого раза. Это я талант, видимо. Никогда раньше спиннинги не кидал, а тут смотри-кася. Ладно, короче, рыбалка поперла. Сейчас я что-нибудь поймаю на спиннинг. Фигня, короче, этот спиннинг, хуининг. Заодно цепляется, запутывается, блин, заебешься его распутывать. Пойду возле мордушки на него что-нибудь поймаю лучше. О, как надо на спиннинг рыбачить, без всяких там катушек. Закидываешь камушки и дрочишь там что-нибудь. Глядишь, что-нибудь и прицепится. Короче, на спиннинг надо, наверное, на пляже ловить. Или, может, блесну прицепить. Попробовать на блесну что-нибудь половить. Что-то ж мужики там ловят. Ладно, ну в жопу, короче, этот спиннинг. Пойду посмотрю, что в мордушку, может, что-нибудь попалось уже. Так, или закинуть его. Давайте-ка закинем этот спиннинг. Пусть что-нибудь на него ловится. К вечеру что-нибудь как поймается. От будет смеха. Панорама, блядь. Так, как-то вот эту херню надо. Сейчас. Так. Ага, вот так. Так, вот так. Ну-ка. И вау. Так ёб, блядь, не так же близко-то. Стоять. Сейчас. Так. Ну, вроде... должен. Так, ну-ка. И... вау! Баба! Куда-то, короче, что-то закинулось. Вроде в море попал. Но тут трудно в море не попасть. Это я три раза закидывал до этого. Из них один раз в море не попал. Да, короче, пусть вот так, короче, ловится. Глядишь, что-нибудь и поймается, да? А мы пойдем мордушку проверить. Так. Не смоет у нас тут удочку. Ай, хер на нее. Все равно на помойке нашли. Не жалко, да? Так, сейчас мы настоящей рыбалкой займемся. По старому проверенному дедовскому методу. На крючок и леску. Ай, блядь. Так, что там у нас? Рыба вообще есть сегодня, нету? Что-то вроде было там. Ой, смотри, рыба-то есть. Есть рыба. Рыба. Так, все, почин. Ну, на мордушку трудно что-то не поймать, да? Сейчас мы наловим тут рыбы. Ага, спиннинг тоже не подвел. Смотрите, какую я рыбину поймал на спиннинг, блядь. Я хуею с этих русских. Во! Быкан, здоровенный бычок, быканский бычок. Размером с мизинчик. Целый мизинчик попался мне, блядь. Короче, а если нацепить блесну? Пойду-ка я блесну нацеплю. На блесну-то большая рыба поймается, наверное, да? На удочку тоже что-то хреново ловится. Ну и рыба, я хуею с этих русских. Бычок, придется отпустить малютку. Вот такую фигню приобрел еще зимой. За сколько? За 200 рублей ебучий крючок стоит. Что-то я сомневаюсь, что на него. Говорят, наживку не надо на него, на это, червячков всяких не требуется. И что, вот на такую ботину что-нибудь поймается? Это типа красной икры, наверное.
Это, наверное, на реках надо ловить. А, чё, попробуем на море сейчас что-нибудь. Может, попадется, может, что-нибудь. Фигня! Короче, это... Тут, походу, грузило еще надо прицеплять. Что-то вообще не закидывается. Оно легкое, эта херня, и... Не хочет закидываться, леску за собой не утягивает. Я что-то не соображаю в блёснах. Или сюда еще грузила не хватает. Суки, не могли вместе с грузилом продать, блин? Короче, все, завязываем со спиннингом. Пойдем лучше мордушку проверим. Мордушка у нас повеселее сегодня рыбачит. Напоминает картинку из этого аниме-заставка, да? Где там волны бьются об японские камни японского моря. Вот, наверное, здесь снимали. Красота! Ну-ка, глянем, что тут во второй раз попалось там в сети. Как тот старик второй раз закинул он сети в море. Пришел невод, блядь, ай, ебаный в рот, холодная вода. Пришел невод с морской утиной. Что там, рыба есть? Рыбка, рыбка рыбная. Охренеть! Вообще рыбы нету, прикинь. Это что такое, слышь? Рыба прочухала, что ее тут ловят. Передала по рыбной почте, чтоб сюда не заплывали. Короче, поймали мы сегодня 4 рыбешки, если не считать того бычка мелкого. Ну да пиздец, я так не играю. Короче, пошли папоротник собирать, да, собака? Все. Ну и нафиг такую рыбалку. Сегодня волны. Рыба какая-то плохая сегодня. Не ловится. Блять, спиннинги какие-то левые. Все. Заканчиваем с рыбалкой. Пошли домой в чате. Бухать будем с народом. Погодка-то хорошая, хоть и ветерок. Красота. Ладно, нам еще час назад топать. Вот, за часик всего наловили. В мордушку попалось, и все, короче, сегодня рыбы нету. Такая вот борода. Такая вот... Сколько там? 5 штук, по-моему, или 6. Раз, два, три, четыре, пять. 5, короче, рыбок. Они. Вот! Сегодня 5 рыбок. Завтра 5 рыбок. Так к концу лета и на жареху наловим. Так что не будем унывать. Положим рыбку в холодильник и будем копить на жареху. Потом как пожарим кучу рыбы. Вот будет весело-то. Охереть, ебал бы я такую рыбалку. Все, пошли мы от седова, короче. Ну все, посидели пару часиков. И хорош. Валим от седова. Что-то надоело тут сидеть. Аж сон клонит. Рыба не ловится, не растет кокос. Вроде не понедельник. Хуй его знает, короче. Ладно, все. Валим отсюда. Красивое место, да? А хули делать?
Собака скалолаз водолаз. Все, пошлепали отсюда, пока не отшлепали. Можно черкануться. А, детишки пришли. Ну что ж, подведем итог. Сходили не зря. Наловили целых 5 рыбин. О, какое море отсюда. В дальнем далеке. На камере там ни хера не видно, по-моему, да, море? Короче, поймали рыбу. Еще и папоротника насобирал. Смотрите, о. Вот сколько. Килограмма 2,5-3, наверное. Оказывается, лето летом, а папоротник-то еще есть. Папоротник орляк называется. Сейчас приду дома, пожарю его со специями, соевым соусом. Будет мне счастье. Ну, в общем, все. Всем пока. Снимал Хулиоган. Приезжайте в Приморье летом. Будем куролесить. Покедова.